Вот, есть у меня такая мышь, и у нее неравномерно крутилось колесико. В одном месте заедало. И чтобы это заедание пересилить, приходилось палец сильнее прожимать, и часто срабатывала средняя кнопка при прижиме. Тогда я разобрал ее, думал, это колесико напильничком подточить, чтобы оно там, ну, найти место, в котором она задевает. Разобрал, успешно потерял пружинку, которая это колесико наверх выталкивает. Потом начал разбирать дальше, начал разбирать подшипничек, на котором это колесико крутится. И в этом подшипничке стояло такое шаговое устройство, там подпружиненный шпенек, и он на выступы, по выступам скакал, и за счет этого такие шажки мелкие получались при прокручивании, так тык-тык-тык-тык-тык-тык. И этот шпенек тоже успешно потерял, обратно все собрал, попробовал, и оказалось, что эти две пружинки только мешали. Скролл стал удобнее намного, не заедает. Ну, вообще-то заедает, все равно в одном месте осталось заедание, но оно слабенькое и не приходится прижимать палец, чтобы это заедание прошло. А значит, и нет ложного срабатывания средней кнопки. И из-за удаления пружинки, которое колесо выталкивало наверх, средняя кнопка стала легче нажиматься. А многие знают, что в браузере средняя кнопка используется даже чаще, чем правая. Всем пока. Если будете разбирать, то винты вот так расположены, три штуки под крестовую отвертку номер один. Всем пока.